Друзья, всем привет! Сегодня, проезжая по центральной площади нашего города, я увидел огромное количество велосипедистов. И у меня закралась такая идея. А почему бы не сделать велосипед из шаров для моделирования? И сегодня именно в этом видео я покажу вам, как его сделать. Ну что, интересно? Поехали! Итак, для изготовления этого велосипеда нам понадобится 2 ШДМ 260 размера черного цвета, 2 ШДМ 260 размера синего цвета, 1 ШДМ 160 размера черного цвета, 2 круглых 5-дюймовых шарика серебряного цвета, 4 кусочка ШДМ, насос и ножницы. Друзья, шарик я покупал в компании Браво, это один из крупнейших поставщиков воздушных шаров и товаров для праздника. Ссылка на сайт компании будет указана в описании под этим видео. Ну что, друзья, давайте начнем. Берем ШДМ 260 размера, растягиваем, далее берем насос и будем надувать. Надувать будем шарик не до конца, оставим примерно на 6 пальцев ненадутый кончик. Завязываем. Итак, теперь отмеряем пузырь длины на 4 пальца. Делаем скрутку. Далее отмеряем круглый пузырь. Делаем твист. Отмеряем второй круглый пузырь. И еще один твист. Так, теперь отмеряем пузырь на 5 пальцев. Делаем скрутку. Далее отмеряем круглый пузырь. Делаем пинч. Теперь отмеряем пузырь на 6 пальцев. 5, 1, 6. Далее круглый пузырь, пинч-твист. Теперь отмеряем еще пузырь на 6 пальцев. Далее круглый пузырь и пинч-твист делаем из него. Теперь отмеряем пузырь на 5 пальцев. После того, как мы отмерили пузырь, фиксируем его, оборачиваем скрутку. Вот что получилось. То есть идет один пузырь на 4 пальца, далее на 5. Потом на 6, снова на 6, на 5. Итак, теперь берем кончик и фиксируем его вот за этот пинч-твист. Смотрите, теперь отмеряем длинный пузырь на 6 пальцев. 5, 1, 6. Делаем скрутку. Отмеряем один круглый пузырь. Делаем пинч-твист. Отмеряем еще один круглый пузырь. Делаем еще пинч-твист. Итак, далее у меня нет возможности делать пузыри. Я беру иголочку и аккуратненько в самом центре прокалываю дырочку. Воздух выходит, и тем самым у меня появляется возможность сделать еще один пузырь на 5 пальцев.
пузырь. И теперь фиксируем. Вот за этот пинчтвист. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вот так вот у нас вырисовывается рама. Задняя часть велосипеда, вот здесь передняя часть. Итак, друзья, давайте теперь сделаем вилку велосипеда. Шарик снова порастягиваем. Надуваем его не до конца, оставляем ненадутый кончик, примерно на 6 пальцев. Далее круглый пузырь делаем, делаем пинч-твист. Теперь отмеряем пузырь на 5 пальцев, делаем скрутку. Берем раму и скрутку оборачиваем вокруг пинч-твистов. Отмеряем еще один пузырь на 5 пальцев. Желательно посмотреть, чтобы пузыри были одинаковые. Так, делаем скрутку, далее делаем круглый пузырь и пинчик. Далее аккуратно отрываем ХДМ, завязываем, он нам еще пригодится. Вкладываем в сторонку. Получилась вот такая вилка. Итак, давайте теперь сделаем седло. Для этого берем ШДМ, надуваем его не до конца, оставляем примерно на 5 пальцев ненадутый кончик. Далее отмеряем петлю на 4 пальца. Далее отмеряем круглый пузырь. Делаем пинч-твист. Отмеряем второй круглый пузырь. Делаем также пинч-твист. Теперь на 3 пальца отмеряем длинный пузырек и делаем вот такой пинч-твист. Затем аккуратно отрываем, он нам еще пригодится. Итак, седло само не может держаться на велосипеде, давайте сделаем подседельный штырь. Берем ШДМ, привязываем. Отмеряем на 3 пальца пузырь.
Вот что получилось. Теперь берем заготовку нашу. Вот. И привязываем вот сюда, прям в центр. Так, у велосипеда появилось вот такое вот седло. Итак, друзья, давайте теперь сделаем руль и рулевую колонку. Берем оставшийся ШДМ, делаем круглый пузырек, далее пинч-твист, делаем второй круглый пузырек и второй пинч-твист. Теперь отмеряем пузырь на 4 пальца длинный. Вот такая рулевая колонка получилась. Давайте теперь сделаем руль. Итак, отмеряем на 4 пальца пузырь, делаем скруточку, оборачиваем. И такой же второй пузырь. Этот ШДМ нам еще пригодится. Мы сделаем из него шину. Поэтому его завязываем. И стороночку откладываем. Теперь нам остается закрепить. Берем и между двумя пинч-твистами привязываем. Сразу ножничками отрежем все ненужное, портящее вид. Готово. Давайте теперь сделаем колеса. Итак, для изготовления колеса нам понадобится 5-дюймовый круглый шарик. Я взял серебряный. Два кусочка ШДМ. И вот оставшийся шарик. В первую очередь надуваем до конца круглый шар. Выпускаем воздух. Теперь будем надувать его на два полных качка насоса. Раз, два. Завязываем. Далее берем кусочек, привязываем под горловиной. Теперь проталкиваем вовнутрь. Стараемся удержать в центре. Далее перекручиваем. Берем второй и фиксируем. Итак, с двух сторон у нас имеются кончики. Так, ну давайте теперь сделаем шину. Так. Делаем круглый пузырь, делаем пинч-твист, делаем второй круглый пузырь
и второй пенсионист. Далее берем, оборачиваем. Вот такое получилось колесо. Предварительно я сделал еще такое же, точно таким же способом. Вот. И теперь нам остается их только закрепить на велосипеде. Итак, берем наш велосипед. Вставляем вот таким образом. Достаем кончик. И привязываем. Переворачиваем. И то же самое проделываем со второй стороны. Итак, заднее колесо мы закрепили. Давайте то же самое проделаем и с передним. Достаем хвостик и оборачиваем. С одной стороны. И с другой. Вот так вот выглядит наш велосипед. Итак, давайте теперь сделаем педали. Берем ШДМ. Надуваем не до конца, отмеряем буквально на 2,5 пальца длинный пузырь, далее отмеряем круглый пузырь, дальше отмеряем такой же второй. Теперь отмеряем круглый пузырек, делаем пинч-твист. Отмеряем буквально на 2 пальца. Длинный пузырь. Далее отмеряем круглый. Делаем пинч-твист. Теперь отмеряем еще один маленький пузыречек. Завязываем. Вот. Также я предварительно сделал еще одну. Вот такие педальки получились. Остается их зафиксировать. Связываем их друг с другом. Берем велосипед. Заводим за пинч-твист. Можно обернуть один раз. Все поправим.
Ну вот и все, друзья. Вот такой вот получился велосипед. Итак, друзья, если вам понравился этот видеоурок, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. Все, до скорых встреч, пока-пока.